Привет всем! Я Александр Бегак, и вы на моем канале Бегак ТВ. Конструктор-новатор. Что сегодня произошло? Вы знаете, что сегодня произошла продажа на Алиэкспресс дрона, который может поднимать 150 килограмм. И знаете, сколько стоит? 58 миллионов рублей. Угу. Так что подписывайтесь на канал, поставьте вот такой лайк, а я начинаю новую историю. Полетаем. Да, хотел сказать, что сегодня все опять в лайфе. Так что я не буду останавливаться, буду снимать и показывать, что произошло за день. Потому что я очень занят, но вы должны знать правду. Угу. И поехали. Машина собирается, проводка собирается. Мы собрали весь хлам, который есть в лаборатории для этой машины, новый, свежий. Вот здесь. Это старый замок. Это какая-то дрянь. Это для чего-то пригодится. Но, правда, есть новая деталь. Сюда надо будет поставить шрус. Это новый руль. Это краска зачем-то. Ну, потом покажу зачем. Это комплект колодок передних, смазка, ну и так далее. Ладно, все это мы поставим в эту машину. Скоро она будет летать. А теперь посмотрим, что делает Олег. Олег, привет! Привет! Ты опять будешь у нас грустным? Почему? Давай капельку нарисуем. Не надо. Ну ладно, поздоровайся еще раз. Всем привет! Что делаешь? Бампер шпаклюю, малярю. На девятку, на нас. Малярю. Малярю, да. Новое слово. Занимаюсь малярными работами, короче. Угу. Так, друзья, смотрите. Бампер был обклеен. Сейчас он добавил здесь стеклоткань. Здесь он добавил немножко шпаклевочки, чтобы выровнять вот этот кантик, чтобы он был классным. Здесь все соединяется со старым бампером. Потому что мы конструкцию не меняем. Мы просто ее делаем дизайнерски симпатичной. Здесь у нас будут стоять вот эти решетки. Напечатанные, причем на нашем 3D принтере. Так, это, наверное, отсюда. Во, видите, стоит. Это еще не доделано, но она, видимо, отсюда. Смотрите, как круто. Угу. Ставьте лайк, получилось, правда, круто. Смотрите, ага. Подержите Олега, а то он всегда грустный, чтобы он улыбался. Да я не грустный, я сосредоточен. Ладно, хорошо. Вот, ну, здесь творческий беспорядок. А теперь пойдемте посмотрим, что делает Сергей. А здесь что у нас? А что ты греешь стену? Или так лучше? Ну, надо, чтобы металл разогревается. Лучше теплоотдача. Ну, ладно. Так, пойдемте. Так. Между нашими моделями самолетов, беголетов, космических кораблей и дронов. Где у нас тут кто? Кстати, это сердце мира. Таинственный талисман нашего проекта. Он вам пригодится. Тук-тук, кто в домике живет? В домике теремок живет. Теремок? Покажи, что ты сделал сегодня. Катастрофа, он ничего не сделал. Давайте я вам покажу. Он делает вот такую штуку. Это подвеска на дрон. Так. И вот я делаю сиськи для дрона. Сиськи, а ну приложи. Похоже? Да. О, похоже, круто. Да. Это не дрон, это гринфлайн, я перепутал. Вот делаю коки для гринфлайна. Вот такой винт, на него одевается вот эта штука, чтобы она нормально работала. Ну, классная тема. Ладно, делай. Друзья, я не буду сегодня вас грузить долго, поэтому подписывайтесь на канал, поставьте лайк. И вот эта красота вся, которая за моей спиной, она для вас создана, для моих подписчиков, для людей. И давайте придумаем, что с ней сделать, какие сделать испытания. И куда на ней слетать. Ставим лайк, подписываемся. Завтра будет интересней. Пока!